На родине Михаила Евдокимова собрались родные, друзья, коллеги, артисты. Вспомнить известного земляка и соратника. Среди постоянных гостей Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный в этом году на малой родине Евдокимова выступил ансамбль «Самоцветы». В рамках мероприятия были организованы спортивные соревнования, кинофестиваль, концерт. Состоялись выступления 77 творческих коллективов и исполнителей из 17 территорий края и 8 регионов страны. Фестиваль, вообще говоря, будет жить сам по себе, независимо от того, как сегодня к нему относятся власти или кто-то. Потому что это народное движение, это народное отношение. Но со своей стороны я могу пообещать, что до тех пор, пока я могу на эти процессы влиять, и я убежден, что это должна быть наша общая забота, и наши общие планы, и наше общее дело. Это без сомнений. Память в любом случае действительно вот до сих пор, да, жива. То есть 13 лет, а люди приезжают, и, в общем-то, и количество не уменьшается. Здесь просто десятки тысяч людей на деревенском нашем Верхобском стадионе. В течение 3 дней мероприятия в рамках фестиваля посетили 1000 человек из самых разных уголков России.